24 часа в супермаркете и 24 часа в машине. Всем привет, ребята, и я думаю, вы заметили то, что это видео я снимаю не одна, а со своей лучшей сестрой. Знакомьтесь, это Алина, ей 15 лет, и у нее тоже есть свой YouTube-канал, и на котором мы снимем вторую часть этого бешеного видео. И, кстати, на Алином канале будет очень-очень стрёмное видео, которое вы обязаны просто посмотреть. Ссылочка будет в описании, и видео просто нереальное. Сейчас мы хотим снимать видео 24 часа. И решили то, что будем снимать их вместе. И просто выберем два каких-то 24 часа. Да, два места. То есть одно место будет мы снимаем на Лизин канал, а другое на мой канал. То есть и это будут разные места, разные 24 часа. В общем, должно быть интересно. Да. На съемки этого видео мы потратили больше 2,5 дней. Мы очень для вас старались, да. Серьезно. Мы надеемся, вы оцените. Да, если вам реально понравится, то быстренько ставьте лайк и переходите на Алинин канал, смотрите вторую часть. И мы очень долго думали, где нам снять, чтобы было интересно, круто, смешно и прикольно. И решили выбрать два жестких места. 24 часа в супермаркете. И 24 часа в машине. Вы представляете, как это будет жестко? Это... Блин. Просто. Мы сейчас пойдем уже снимать, наверное, 24 часа в машине. А, ребята, на Алинином канале вы сможете увидеть видео 24 часа в магазине. Я вот думаю, где мы будем спать? В этом, в супермаркете. Я не знаю, знаешь, это там, где вот эти вот, типа, полки для овощей. Мы будем овощи, мы овощи. Сейчас мы идем снимать видео 24 часа в машине. И для этого мы очень долго упрашивали папу. И... Он наконец-то нам дал машину на 24 часа. Как можно было уговорить, скажите? У нас сейчас в планах взять все, что нам надо в машину. Ну там красивенько как-то устроимся, будет у нас кроватки в машине. О боже, серьезно, это будет жестко. И я думаю взять немного еды, потому что выходить мы не имеем права. Давай я свет включу и будем снимать, как мы собираемся. Я предлагаю сначала взять сумку, в которую мы будем это все ложить. Сюда можно одеяло поскладывать, но большие, теплые, нам не поместится, нам еще не пьет. Мы сейчас еще пойдем возьмем еду, может еще немного что-то купим, всяких там вкусняшек. Тогда мы сейчас собираемся, вы пока посмотрите, как мы собираемся. В общем, ребят, мы решили долго не заморачиваться, взяли, вот, у меня сумка есть. И подушечка, я думаю, нам хватит, серьезно. Но перед этим мы зайдем в магазин и соберем еды. Все, тогда встретимся, когда мы уже оденемся, обуемся и пойдем в лифт. Погнали. В общем, ребят, мы уже в лифте, мы уже взяли подушку, вот наш пледик. И сейчас, я думаю, мы пойдем в магазин, купим что-нибудь покушать, потому что так мы из дома ничего и не взяли. Ребята, в общем, погода не особо радует, потому что прохладно и ветер очень холодный дует. Пожалуйста, девушка. Все, скоро мы придем и здесь будем ночевать 24 часа. В общем, ребят, мы зашли в магазин и сейчас будем что-то выбирать. Да. Все, берем этот и, возможно, возьмем пару шоколадочек. Вот наше все. И пока Алина стоит в очереди, я решила вам поснимать ускоренную съемку, как здесь все идет. Короче, мы уже возвращаемся. Мы буквально 5 минут были в Билле, и все было классно. Ну реально, мы немного брали, я лично есть зачем? Вообще не хочу. Я тоже. Я не думаю, что мы там прям сильно захотим есть. Серьезно. Я такая, что могу хоть 3 дня без еды. Малина, ты готова? Я боюсь. Ну что, 24 часа, погнали. Поехали. Залазь. Че я? Давай ты. Бедная Алина, 24 часа. Ладно, я ж то же самое. Ребят. Раз, два, три. Все, погнали. Часа, поехали. Блин, как-то здесь неудобно. Давайте я предлагаю завести машину, потому что мне очень холодно. Уже. А я придумала, как я туда полезу. Не знаю. Короче, мы, наверное, разуваемся, придется, как да, дома. Разуться. И просто, знаешь, как, ну, как дома, как в квартире себя чувствуем. Конечно, места тут не особо много, но... Вообще, ребят, я сейчас полезла. Ой. Я чуть-чуть застряла, но не важно. Как меня папа учил?
Короче, вот так вот. У нас мало бензина. Ну, это значит, что мы не сможем прогревать машину. Да. Реально нет вообще? Ну, он типа... Мне кажется, я поняла, почему нам родители отдали машину. Вырубай тогда. Серьезно, я боюсь, что мы здесь заболеем. Да, давай, вырубай, вырубай. Сейчас не будет бензина даже доехать до заправки. Будет потом не очень. Ладно, я вырублю, но ночью, я думаю, надо включить, потому что ночью вообще холодно. Не, по-любому ночью надо. Там вообще минус 15. Ну все, выключай сейчас как-то. Как ее выключить? Все. Все. Вы пока видите, как мы здесь обустраиваемся. Давай тогда куртки, шапки не снимай. Да, конечно. Холодно очень, конечно. Холодно. Короче, вот как-то так. Я думаю, я все-таки обуюсь. Прохлаждающий напиток. А мы его из холодильника взяли. Классно. Капец, это реально. Он прохладненький сейчас. Две шоколадки, один плед, одна подушка. Один плед, одна подушка. В общем, я не знаю, о чем мы думали. Надо было хоть... Блин, может, маму попросить? Ладно, ты шо? Ты шо? Ты знаешь, что она мне запрещает вообще 24 часа снимать? Да, она... Поэтому... Блин, мы еле машину попросили просто... А маме еще говорить это вообще будет. Мне уже плохо. Мы здесь, да, мы здесь сидим уже реально минут 5, а уже такое чувство, что мы сидим не 5 минут, а реально где-то 30. Да. Надо было, блин, теплое брать одеяло. Хоть они занимают много места, но, блин... Кстати, мы забыли машину закрыть. Чтобы, если мы зашлем, никто к нам не пришел. Да. Я предлагаю сейчас чуть-чуть перекусить сладеньким. Прикол в том, что нам здесь сидеть, то есть до завтрашнего утра, то есть ровно в то время, в которое мы сели сюда, прошло где-то минут 10, я уже просто не могу. Мы уже открываем шоколад. В общем, мы сейчас поспим. В общем, ребята, Лиза уже заснула, и я не знаю, что мне делать, потому что я спать почему-то не хочу. А Лиза уже заснула. В общем, я не знаю, что делать, пока мне спать не хочется. Я установлю камеру, вдруг я засну. Тогда уже встанем, поснимаем, расскажем вам наши ощущения. Алина. Капец. Сколько времени прошло? Прошло всего 4 часа. Кстати, вот помните, мы вам рассказывали, что нам хватит еды. Мы ошибались. Я безумно хочу есть. Ладно, сейчас попробую шоколадку съесть. Вроде лучше должно стать. Да, давай. Я, короче, заснула, и я такая смотрю, что ты голову так наклонила, такая поворачивается, спит. Такая, думаю, ну круто. Я ж тебя укрыла, все забрала. Я думала поиграть в игру, а у меня 7%. Тогда предлагаю поиграть в Юзефа. Давай, кто проигрывает, того и щелбан. Капец, мы мыслим одинаково. Мама, она же не знает, то, что я видео такое снимаю. Ты только у папы попросила? Ладно, стой. Алло. Алло, Лиза. Привет. Все в порядке? Привет. Та-да. Ну, что та-да? Почему ты не звонишь? Где вы? Гуляем. Лиза, сколько можно гулять? Ты что, не знаешь, что если ты гуляешь больше 3 часов, то ты просто обязана позвонить и сказать, где ты? Ты не понимаешь, что я беспокоюсь? Где вы гуляете? Мы на площади. Я не вижу вас из окна площади. Ты же прекрасно понимаешь, что мне видно из окна площадь. Мы возле, возле площадки, я с Алиной гуляю. Сколько вы будете гулять? 24 часа. Ну, не знаю. Ну, я хочу подольше поиграть. Ребят, я выключила звук. И сейчас я скажу маме, то, что меня кто-то пригласил на ночёк. Алло, поэтому Лиза, я не почему смогу... ты молчишь? Мам, мам, меня это... Влада пригласила на ночевку и Алину. Да ладно, все серьезно? Да, да. А как же школа? Сегодня понедельник. Каким образом? Когда?
Ну, она пригласила, она завтра не идет в школу, у них там это... Ну, ты тоже, выходной. В принципе, не идешь, потому что Алина завтра... у них. Ну, да, да. Не, подожди, я пока не готова. Так, ладно, хорошо, Лиза, давайте, полчаса вы дома, а дай мне, пожалуйста, сейчас номер Влада или Влада номер телефона. Давай, пришли, давай, я думаю, Вайбере номер телефона Влада и родителей. Или да, 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 сейчас пришлю. Все, давай. Все. Можно, да, я напишу твой номер, она позвонит, и ты прикинешься Владиными родителями. Или Владой. Не знаю, прикинься кем-то. Как говорить мне на вы или на ты? Блин. Как говорить мне на вы, на ты? Мы машину забыли закрыть. Так, я не поняла. Что это такое? О боже, там Лизин папа. Я знаю, что вы снимаете план. Ой. Принеси нам еды. Все, давай, бегом выходить. Я уже не могу. Давай даже это... Пледы забирать. Завтра все заберем. Просто так еще спать. Ребята, а жесткое продолжение вы можете увидеть на моем канале. Да, ребят, ссылочка в описании, и там было настолько жестко. В общем, не буду вам ничего спойлерить. Переходите и смотрите.